Привет, друзья! Меня зовут Нина Беркман. Давайте сегодня поговорим о парфюмерии. Я хочу рассказать вам о 8 моих бюджетных ароматах, которые я планирую носить этим летом и считаю, в общем-то, своими фаворитами на лето. Тема бюджетной парфюмерии, в общем-то, всегда актуальна, поэтому давайте начнем. Как всегда оговорюсь, бюджетные понятия разные. Я включила в эту подборку ароматы, которые стоили мне не дороже 25 евро. И начать я хочу с аромата, о котором я уже говорила на самом деле 1000 раз, 100-500 раз, как сейчас говорят. И это аромат Armand Bassi in Red. Я его ношу на самом деле не очень часто, а зря, потому что аромат очень свежий. Очень легкие, радостные, яркие. Я вообще люблю свежаки, такие вот радостные, яркие. Я люблю ароматы, которые не очень долго держатся, которые надо обновлять. Здесь это именно та самая история. Он не сидит долго. Он слетает с меня достаточно быстро. Ну как, часа 4 он на мне держится. В принципе, для этого аромата я считаю это очень-очень неплохо. И пахнет он имбирем и лимоном, замоченными в воде. Даже, возможно, чай такой вот, такой зеленый чай, очень сильно разбавленный водой с лимоном и имбирем. Вот, наверное, как-то так. Очень свежий, летний, легкий. Я знаю, что некоторые любят носить его зимой. Честно говоря, зимой, но мне как-то совсем его не хочется. Он для меня очень прохладный, очень освежающий. А вот летом, в жару, в качестве такого ни к чему не обязывающего свежака, аромата именно вот полился и побежал, я считаю, совершенно очень-очень хорошая история Armand Bassi in Red. У меня в версии, конечно, забыла сказать, Eau de Toilette, туалетная вода. Следующий аромат бюджетный, который у меня присутствует в коллекции, в библиотеке, вернее сказать, это аромат Нивея от одноименного дома. Ну, как бы что тут сказать, много не скажешь. Он пахнет кремом Нивея. Очень кремовый, очень мягкий, немножечко сладкий. Крем Нивея, в общем-то, крем хороший, уходовой косметики. Достаточно простой, тоже держится на мне часов в 5, и он на меня действует как-то очень успокаивающе. Вот такой аромат обнимающий, и именно вот летом мне иногда хочется пахнуть просто уходовой косметикой. Я, честно говоря, не очень люблю аромат крема для загара или от загара. У него есть еще, у дома Нивея, вернее, есть еще один аромат Нивея Сан, по-моему, вот там присутствует вот этот аккорд крема от загара. Я его не люблю, поэтому я предпочитаю просто Нивея, но аромат сам по себе, ну вот он такой мягкий, пушистый, приятный, прикольный, именно летом почему-то он у меня вот заходит особенно хорошо, поэтому я включила его сейчас в фавориты своих бюджетных летних ароматов. Стоит он недорого, я, честно говоря, не знаю, в каких странах он еще представлен. Кстати, у нас в Германии он тоже представлен не везде, как ни странно. Я его нашла только в магазине Nivea у нас в Гамбурге. Но на самом деле в каких-то крупных достаточно таких магазинах, где продаются шампуни, мыло, мочалки и прочие вещи, он тоже иногда есть. Но тестер, как мне вот так вот везло, почему-то всегда оказывался пуст. Вот. Прекрасный аромат, бюджетный аромат, уходовая косметика, замечательный, ни к чему не обязывающий, очень мягкий, обнимающий, успокаивающий для меня тоже. Нивея от одноименного дома. Следующий аромат, о котором я на самом деле давно не рассказывала, давно его ни в какие подборки не включала, хотя периодически ношу, не могу сказать, что очень часто, это Eau de Cologne от дома Angel Schlesser «Бергамота». Я очень-очень-очень-очень люблю этот аромат. Боже мой, как он хорош. Он свежий, легкий и очень позитивный. Вот от него мне почему-то сразу хочется с одной стороны улыбаться, а с другой стороны собраться и идти творить и вершить какие-то великие дела. Прекрасный аромат цветов, именно цветов бергамота. Из, наверное, вот такого бюджетного сегмента или сегмента люкса прекрасный аромат. Очень красивый, кстати, моноаромат. Я бы его, кстати, совершенно спокойно поставила в один ряд с ароматами дома Джо Малон, ну или вот таких вот каких-то моноароматов.
он очень чистый, он очень свежий, он совершенно не звучит дешево, несмотря на свою цену. Замечательный, свежий, позитивный, как я уже сказала, аромат. Аромат такой вот средиземноморской чистоты, что ли. Прекрасный. Он долго тоже не держится. Он на мне держится, ну, наверное, часа три. Но я люблю им политься, я люблю его обновить. Он прекрасен именно на старте. Я совершенно ничего плохого не вижу. В общем, там в его небольшой стойкости прекраснейший аромат, прекраснейший бергамот. Просто великолепен. Обожаю его, ношу уже который год, кстати, который год. Причем я его ношу не только летом, но вот летом, мне кажется, он звучит и подходит под настроение наиболее оптимально. Следующий аромат, который тоже показывала часто, который показывали много. У меня уже второй флакон. Первый флакон я не сносила, я его подарила. А себе достала дубль, благо он у меня был. И запаслась я этим ароматом. О, мне отлетел пульвик, караул. Все, пульвик поставлен на место, флакон спасен. О, и даже пшикает, замечательно. У меня уже, как я сказала, второй флакон был задубленный. Я очень люблю этот аромат. Он у меня был задолго до моего начала увлечения парфюмерией. Я его носила, будучи студенткой. Это был мой такой вот летний аромат. Конечно, он у меня и заякорился, поэтому как такой вот аромат летнего хорошего настроения. Мне он пахнет полевыми цветами и сеном. Здесь вот огромное количество, даже не сена, а вот просто такая сухая трава. Ну, сухая трава, наверное, и есть сено, да? Угу. Вот. Очень хороший, достаточно простой, позитивный, хороший с моей точки зрения, конечно. Свежий, легкий, летний. Аромат хорошего настроения, аромат, возможно, выходного дня, хотя я его прекрасно ношу и на работу, и в офис, и в пир, и в мир. Замечательный. Не звучит он тоже для меня никоим образом, как какой-то устаревший аромат. Я считаю, в нем совершенно спокойно можно выйти в люди и сегодня, чем я, в общем-то, и занимаюсь. Для меня это вот такой прекрасный летний casual аромат на каждый день. В летнее, в теплое, вернее, время года заходит лучше всего. Свежий, чистый, прекрасный, позитивный. Обратите внимание, я не знаю, честно говоря, то, что он еще продается, я знаю точно, но я не знаю, снят ли он с производства или нет. Вот я подумываю, а не запастись ли мне еще, но, наверное, все-таки не буду при том, что у меня есть еще несколько ароматов в шкафу, наверное, все-таки не стоит. Но аромат хороший, я очень его люблю и с удовольствием ношу. Еще один аромат тоже от дома Calvin Klein, это аромат Reveal. Вот он точно снят с производства, но его тоже можно еще совершенно спокойно достать, купить. Я очень рада, что у меня такой вот огромный-огромный флакон. Кстати, его я ношу достаточно редко, не знаю почему. О, боже мой, потому что аромат очень сильно хорош, очень-очень сильно хорош. Для меня, опять же, он пахнет солью. Специями, немножко, чуть-чуть, специи здесь не сильно слышны, но вот какая-то перчинка есть, и здесь заявлен солнечный аккорд. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что значит солнечный аккорд. Кремом для загара он мне тоже не пахнет, он пахнет скорее разгоряченной на солнце кожей, наверное, как-то вот так, немножко. Что предполагает здесь наличие каких-то мускусов телесных, но он какой-то прям, ну, совсем тихий, обнимающий здесь вот этот мускус. Он ни в коем случае не грязный, никуда не выпирает. В пирамиде, кстати, по-моему, мускуса вообще нет. Но вот как-то я его здесь чувствую. Знаете, вот как есть такие специальные там комнаты, пещеры соляные. Вот туда заходишь, и там пахнет так. Вот запах этой соляной пещеры, как будто вот, как будто вы туда зашли, вы позагорали на пляже, разгоряченная вот эта кожа, которая впитала в себя... Нет, давайте так. Вы искупались в море, потом позагорали на солнце, а потом зашли вот эту соляную пещеру. И вот это вот пахнет так, наверное. Это очень интересно, это красиво. Аромат тихий, мне кажется, им можно тоже поливаться спокойно. Аромат интимный такой, что ли. Мне кажется, его можно носить в любое время года, но вот все-таки за счет, наверное, этой своей ноты соли он для меня больше уходит в лето. Носить его на самом деле можно всегда.
в холодную летнюю погоду, в жаркую летнюю погоду. Он совершенно изумителен в дождь. Вот я его надевала недавно в дождь, и это было совершенно потрясающе. Он, с одной стороны, обнимающий, с другой стороны, согревающий даже немножко. Я вот все хочу поносить его в холодное время года, но вот как-то вот это вот пресловутое и избитое выражение «не тянется рука», но вот оно случается со мной, как-то вот не ношу я его в холодное время года. А вот именно летом хорош. Но я его вообще редко достаточно ношу, он такой аромат очень под настроение. То есть я его к свежакам не могу отнести, а скорее вот действительно, когда тебе хочется какой-то защищенности, спокойствия, как я уже сказала, вот не знаю, запаха кожи близкого, родного человека, вот такого чего-то очень-очень своего родного, вот сюда. Прекрасный аромат. К сожалению, снят с производства, но, насколько я знаю, в онлайн-магазинах еще его можно купить. Следующий аромат, который очень-очень люблю, много носила прошлым летом, это аромат от дома Корон Пур Ом. Значится он как мужской, как следует из названия, но я, честно говоря, не знаю, что здесь мужского. Наверное, все-таки он значится как мужской, потому что здесь преобладает нота лаванды. Аромат прежде всего про лаванду. Если лаванду не любите, не надо вам сюда, честно, потому что лаванда здесь слышна сильно, но лаванда здесь в сочетании с ванилью, и ванили много. И вот за счет вот этой своей сладости, вернее, за счет сочетания ванили с лавандой, лаванда становится мягкая, сладкая, нежная, ни в коем случае не жесткая какая-то мужская, не автошейф, нет-нет. А вот такая скорее перед внутренним взором стоят вот именно вот эти лавандовые поля безграничные. Красивая девушка в летящем платье с развивающимися волосами. Вот именно он. Такая картинка у меня стоит. Прекрасен на мужчине. Мне удалось нанести его на своего мужа в прошлом году. И это было очень красиво. Вот на нем он развивается больше в сторону лаванды. На мне он раскрывается больше в ванильную свою составляющую. Еще какое-то сено я здесь немножко чувствую. И вот это все, ну, очень красиво, очень по-летнему, очень природно, расслабляюще. Замечательный аромат. Я настоятельно прямо рекомендую познакомиться, учитывая, что стоит аромат совсем недорого, а звучит, ну, очень красиво. Я бы даже сказала вот тоже, что аромат, ну, с нишевым звучанием, несмотря на то, что лаванды в парфюмерии много, лаванды в мужском люксе много и в бюджетной парфюмерии достаточно много, но вот такого красивого, действительно, раскрытия, интересного в сочетании с ванилью, и с травами, с сеном. Великолепный аромат. Великолепный. Очень-очень-очень рекомендую познакомиться. Кстати, покупала вслепую и ни разу тоже об этом не пожалела. Следующий аромат, который люблю, ношу летом, это аромат от Zara из их линейки Emotions Tuberosa Noir. Я вообще на самом деле к туберозе отношусь очень сдержанно. Ну, не совсем моя нота, не очень мне нравится тубероза в парфюмерии. Она мне часто, молочная тубероза мне часто уводит в какую-то лактонность. Ну, мне вообще не очень нравится лактонность в парфюмерии. Иногда мне тубероза как-то, ну, слишком кричащая, громкая, развратная. Не очень мне нравится. Но есть две туберозы, которые я ношу с удовольствием именно летом. И вот тубероза Нуар одна из них. Для меня вот эта тубероза уже на самом деле на грани. Вот больше для меня уже too much. А здесь она прям хороша. Наряду с туберозой я слышу здесь какую-то древесную составляющую, ну, в базе, скорее всего, естественно. И мне это, вы знаете, вот на первых нотах, на старте, мне это чуть-чуть пахнет таким ароматом гречневой каши. Вот только что сваренный, без молока, без ничего. Хотя, возможно, чуть-чуть лактонность вот здесь все-таки тоже есть, наверное. Поэтому такая вот отсылка к гречневой каше сначала. Но потом раскрывается уже вот эта тубероза. И это очень красиво, особенно на улице, особенно на ветру, таким летним, теплым вечером. Прекрасно, хотя я и с утра могу ее надеть. Это как раз такая вот достаточно нежная, достаточно тихая
приличная тубероза, которая ведет себя хорошо, в которой можно выйти в люди без намеков там на какие-то продолжения. Мы знаем, что тубероза иногда ведет себя, ну, очень развратно, очень громко. Здесь это не так. Но вот для меня это уже на самом деле много. Вот это такая тонкая грань. Если бы здесь была вот эта вот развратная составляющая туберозы чуть больше, наверное, это было бы уже для меня не совсем мое. А вот здесь она достаточно яркая, сладкая, чуть-чуть лактонная даже, да, как выяснилось сейчас. Но в то же время вот это еще то, что держится в рамках, так сказать, приличия. Замечательный аромат. Мне нравится, ношу с огромным удовольствием, рекомендую познакомиться, если еще не знакомы. У меня был на самом деле вот этот вот маленький 10 мл флакончик их, я его подарила недавно, а себе все-таки купила 40 мл, и я понимаю, что мне их этого хватит вот так, выше крыши. Ну, летом буду иногда пользоваться с удовольствием. Рада, что он у меня есть, бюджетный аромат. Вообще, мне на самом деле нравится вся линейка, и из этой линейки... У меня на самом деле, мне было сложно выбрать, потому что я хотела взять и ветивер Памплемусс, и что у них еще и прекрасная есть Water Lily Tea Dress, и прекрасный аромат у них есть еще с лавандой Bohemian Bluebells, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь. В общем, летних ароматов в этой линейке много. Они мне почти все очень сильно нравятся. Вот, по крайней мере, из тех, которые я перечислила, 4 штуки, они у меня есть все, и все я их летом с удовольствием ношу, поэтому выбрать один аромат, вот, сейчас мне было не просто, тем не менее, я решила, что тубероза должна присутствовать в этой подборке. Вот, сейчас прошло время, все, гречневая кашка уже ушла, и осталось вот этот вот именно цветок туберозы, очень красивый, даже свежесть какая-то немножко пошла. В общем, красивущий аромат, красивущий, бюджетный, я считаю, он совершенно вполне оправдывает свои деньги, соотношение цена-качество просто прекрасное. И следующий аромат, летний, бюджетный, который хотела вам показать, и это красавица и оцелот от дома Сальвадор Дали. Он у меня появился тоже в прошлом году, то ли в начале лета, то ли в середине, и я просто обалдела. Обалдела от его красоты. Это шипр. Очень красивый шипр. Я его носила много. И я здесь очень хорошо тоже чувствую вот эту шипровую конструкцию. Такие на старте... Извините, пожалуйста, я должна пустить Зосю. Они там уже ругаются с моим мужем. Зось, иди, иди, моя хорошая. Иди, моя девочка, да. Иди, моя красавица. Да. Продолжаем. Про красавицу и оцелот. Так, это не тот блоттер. Вот тот блоттер. Шипровая конструкция здесь слышна очень-очень хорошо. На старте такие яркие цитрусы. Мшистая темная база. Хотя она здесь не очень ярко выраженная. Поэтому для меня это вот аромат такой шипр на лето. И в сердце я здесь чувствую цветы и фрукты. Наверное, даже больше фрукты груша. Вот здесь мне достаточно явно чувствуется груша. Такая сладкая. Ой, боже мой, как он красив. Вот он звучит немного ретро, несмотря на то, что аромат относительно новый, по-моему, 2019 года, но я могу ошибаться. Он звучит немножко ретро, но мне вот это как раз в нем и нравится. Но я вообще люблю шипры, люблю вот этот вот дубовый мох в базе, который дает вот эту немножечко отсылку к ароматам прошлого столетия. Хорош. Если любите шипры, я считаю, что стоит в любом случае попробовать. Либо если вы хотите начать любить шипры, делайте к ним как бы первые подходы, но пока не очень получается, вот я рекомендую начать с него, потому что здесь вот эта шипровая конструкция очень четко и ясно видна. Так. Зося. Привет, я Зося. Очень, повторюсь, видна, слышна. И его достаточно легко носить. Легко носить, потому что все-таки это шипр современный, но сделан, на мой взгляд, он вот именно по канонам шипров прошлого столетия. Прекрасен. Прекрасен. Люблю, ношу, обожаю. Отпита уже очень-очень много. Я его ношу на самом деле круглый год, но вот в теплое время года вот это такой шипр для теплого времени года, на мой взгляд.
Друзья, это были все мои бюджетные фавориты на лето. Пожалуйста, давайте продолжать общаться в комментариях. Пишите мне, какие ароматы бюджетные вам нравится носить летом. Что стоит еще попробовать мне из бюджетного сегмента. Я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу поддержку. И до новых встреч. Пока-пока.